Такая вот неполиткорректная тема. Китай прозвучал. Я помню, еще лет 15-20 назад говорили, что азиаты вообще не умеют играть в хоккей. Ну вот как-то нет совершенно у них к этому... Есть под этим рассуждением какой-то здравый смысл? Или это теория российского плана? Ну, какую мы игру можем взять, которая в Азии очень популярна, да, ну, волейбол, допустим, да, очень интересная игра, но она без сопротивления, так скажем, ну, контакта так называемого, да, то есть за счет схем, наигранных комбинаций и так далее, за счет повторения, вот, но все остальное, конечно, повторения важны, но там творчество должно быть больше, да, я вот еще раз, наверное, ну, тот же футбол, хоккей, тот же баскетбол, это, в общем, помимо всего прочего, схема, это еще импровизация, это личностное мастерство, это, опять же, амбиции твои в интересах команды, ну и так далее. Мне кажется, это все равно это вещь воспитываемая. И я уверен, что если Китай тоже сейчас займется хоккеем, то, ну, 20 лет пройдет, и мы увидим, что они, в общем, научатся взаимодействовать, у них появится, может быть, свой стиль какой-то, китайский хоккей. Китайский хоккей? Сейчас это звучит во всяком случае. Ну да, но у меня где-то лет 10 назад, когда я озвучил, что в КХЛ, когда мы ее создавали, со временем будут играть китайские, корейские и японские клубы, но все смеялись тоже, было смешно. Но вот в этом году уже как факт произошел, но я думаю, что очень... спешно все это делалось, непродуманно, и я думаю, что это может навредить больше, чем продвинуть это дело. То есть к этому нужно было готовиться, не в последний момент все вот так, да, а это нужно было плавно, в общем, приводить в соответствие на тот уровень, который был бы людям интересен, который по-прежнему считает хоккей это некой экзотикой. То есть иногда, в общем, куда-то привел с командой, она сразу вот в Владивостоке, вот мы с Сергеем Даркиным, губернатором, в то время посидели, он говорит, слушай, вот выгнали Луч из высшей премьер-лиги. И люди очень болезненно к этому относятся. Это же понятно, неудобство спортсменов летать, а с другой стороны, люди же там, это наши. И как раз вот спорт, я подумал, что как раз может быть... той карты, на которой можно посмотреть, ага, у нас здесь Адмирал, здесь у нас есть СКА Санкт-Петербург, и вот, ну, на карте хоккея, оказывается, страна вся представлена. И даже те неудобства, которые есть, но они преодолимы, здесь ничего страшного нет. Вот, и построили стадион, привезли команду, она стала самой востребованной командой. То есть истории не было как таковой, да, а хоккей прижился сразу. Но это уже нужно было прочувствовать ситуацию, понимать, насколько людям вот это будет дорого, важно, и они будут это поддерживать. Mm.